Отряд самоубийц, миссия на вылет. Адский трэш! В некой латиноамериканской островной стране происходят свои внутренние перевороты с претензией на захват мира. И не важно, как они хотят это сделать. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А США наймется в очередной раз залезть в чужие дела и задавить всех демократий. Потому они выбирают самых крутых супергероев и отправляют их на этот остров. Говно вопрос. Среди них какой-то немецкий копьеносец, косплеющий украинский флаг. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові. А по-моему смешно, но ведь смешно, правда? Нет. Девушка-мангал. Красавчик-капитан Флэг. Тепленькая на голову Харли Квинн, престарелый Леголас, тип с левитирующими руками, которыми он максимум может выписывать пощечины. И какой-то полупес, которого они почему-то называют Лаской. Ласка не так выглядит. И вообще он скорее похож на супергерой, которого мы заслужили. Бладспорт, которого играет прекрасный Идрис Эльба. Каким ветром его сюда занесло, неизвестно. Он, видимо, оглох, когда ему озвучили гонорар, и до конца фильма не понимает, где он снимается. Джон Сина в роли миротворца играет Джона Сину. And his name is John Cena. Девочка-крысолов, которая с помощью специальной приблуды управляет крысами. И это типа опасно. Ну, а вообще сама по себе она бесполезная. При этом в тюрьме ее держат с этой самой крысой, которая как бы ее оружие. Логично. Этому есть только одно объяснение. Дальше лучше. Человек-горох, который буквально извергает конфетти и ненавидит свою маму. О, питошка, это я. Поняли, поняли. В фильме глубокая линия проблем отцов и детей. Ну и мой любимец, король-акул. Рука! Где-то я уже это видел. Графёная пародия на Грута из Стражей Галактики. У обоих вместо мозга дупло, но только Грут с его скудным запасом реплик был смешнее. А вот этого будто занесло фильм «Акульим торнадо». Короче, отряд клоунов отправляют на ту же локацию, дабы они сразились со злодеем-мыслителем. А выглядит он так, будто поскользнулся в каком-то наркоманском притоне. А соглашаются они на это, потому что добрым словом и зарядом взрывчатки в голове можно добиться больше, чем просто добрым словом. После череды проходных экшн-сцен уродцы сражаются с огромной морской звездой. Да это же долбанный звездец! Которая в хлам разносит город, отпочковывая маленьких морских звездочек, которые цепляются людям в лицо. Привет чужому! Не впихайте, не впихуємо! Как ее победили? Пейнтбольная жертва обрыгала ей ногу, повелительница крыс направила на него свою омерзительную армию, а Харли Квинн с копьем мертвого немца прыгнула ей прямо в глаз. И это снято, конечно, круто, но выглядит просто омерзительно. Огромная морская звезда умирает, куча мирных жертв, город в хлам, но планета спасена. Классика. Простите, а вы, собственно, зачем нам все это рассказали? Ну и давайте добавим ложечку меда в бочку дегтя. Фильм настолько абсурдный, что оторваться просто невозможно. Динамично, с хорошей музыкой. А это Джеймс Ганн умеет, что и доказал в «Стражах Галактики». Спасибо. Веселое мясо с потрясающими актерами, хорошей операторской работой, монтажом и правда смешными диалогами. Местами, иногда. Вот дали приказ ради свободы обработать пляж членов.
я бы сказал, но проблема. Дай ему волю, высмотри все соки. Понизьте свои ингибиторы ожидания, чтобы быть от фильма в восторге. И он правда стоит того, чтобы вы хотя бы раз посмотрели его в онлайн-кинотеатре системы и поделились в комментариях, понравился он вам или нет. Чего? Сидите, смотрите на меня, идите.